Впереди длинные выходные и последняя короткая рабочая неделя в этом году. Все дело в том, что День народного единства 4 ноября выпадает на нерабочий день, субботу. По закону в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного, то есть понедельник. Пятница, 3 ноября – предпраздничный день, в который продолжительность работы согласно Трудовому кодексу сокращается на 1 час. Ранее мы уже сообщали, что многие югорчане продлят праздничные выходные за счет отгулов и отпуска. Большинство югорчан, 65%, планируют провести эти дни дома в кругу семьи, 15% будут работать, по 2% уедут на дачу или в небольшую поездку в другой город.